Всех приветствую, друзья! Сегодня я назову всего лишь 6 причин, по которым стоит купить такой смартфон, как Redmi Note 8 Pro. Он достаточно популярный, некоторые сомневаются, и чтобы вы не сомневались, я назову несколько причин для покупки этого смартфона. Первое, начнем с того, что стоит этот смартфон всего лишь на Алиэкспрессе по скидкам 11 тысяч рублей. Это достаточно дешево для такого смартфона с внушительно хорошими характеристиками. Переходим от цены ко второй причине. Это красивая оболочка. MIUI, достаточно красиво прорисованы значки, хорошая оболочка, меню, настройки. Все везде понятно, удобно, можно выключать, включать, все что угодно, фонарик, NFC, Wi-Fi, Bluetooth. То есть оболочка вполне себе понятная. Все очень просто и удобно. Работает она шустро. Бывает подлагивание, но они достаточно редкие, на это не стоит обращать внимания. Помимо оболочки, здесь достаточно шикарный, просторный экран. Представьте, что вы играете в игры, смотрите кино, и на этом экране помещается достаточно много информации. Так что дисплей здесь достаточно качественный, тем более он IPS, не AMOLED, как у многих боятся, что будут уставать глаза. Здесь IPS, цвета спокойные, сейчас я выкрутил на максимум, чтобы смотрелось более красиво. Вот так вот можно убирать, прибавлять, также можно поставить режим чтения. Зайти в настройки экрана, поменять яркость, поменять различные цветовые схемы. Можно поставить стандартный, теплый, холодный. То есть цвета здесь регулируются. У меня стоит авто. Можно поставить насыщенные и оригинальные цвета. Дисплей здесь действительно бомба. Классный дисплей, мне понравился. Третья причина – это производительность и игры. Здесь установлен чип от MediaTek G90T, плюс установлен видеоускоритель Mali G76. Достаточно крутой современный видеоускоритель. Он тянет практически все игры на максимуме. А какие не на максимуме? На высоких, на средних настройках игры идут здесь очень шустро. В сочетании того, что здесь широкий большой экран, играть в игры одно удовольствие. Тем более с хорошей производительностью. Также в этом процессоре есть система жидкого охлаждения. Соответственно, здесь смартфон не будет так сильно греться. Если вы долго играете в игры, да, процессор может чуть-чуть нагреться. Но здесь есть система жидкого охлаждения, и она не позволит разогреться смартфону очень сильно. Соответственно, здесь все продумано до мелочей. Отличная производительность в сочетании с играми делает этот смартфон игровым. Следующая, четвертая причина – это присутствие NFC. С помощью этого смартфона, как многие хотели в бюджетных, среднебюджетных от компании Xiaomi, хотели, чтобы здесь присутствовало NFC. И наконец-то они сюда добавили. Можете расплачиваться с помощью карты. Заходите вот сюда в NFC, привязываете свою карту и можете без проблем использовать смартфон, не таскать с собой карты. Так вот, подвел телефон к устройству сканирования ваших данных и получаете свою оплату. Очень удобно. Пятая причина – это автономность. Здесь установлена батарея на 4500 мАч. Этого вам хватит на полный день активной эксплуатации. Можете смотреть кино, включать соцсети. А если вы хотите поиграть, его хватит всего на 6-7 часов. Но для современного смартфона это вполне достаточно. Здесь отличная емкая батарея с 4500 мАч. Здесь классная батарея. Последняя, шестая причина, за что нужно купить этот смартфон, это хорошая фотокамера. Благодаря модулю на 64 мегапикселя вы можете делать достаточно четкие снимки. Также здесь присутствует широкоугольная камера, еще есть макрообъектив и есть камера для эффекта глубины размытия. Камера здесь просто супер, также есть двутоновая светодиодная вспышка. И фронтальная камера снимает на 20 мегапикселей, можно делать отличные себяшки. Также основная камера может снимать видео в 4К 30 кадров. В этом смартфоне есть электронная стабилизация, есть режим ускорения, есть ночной режим, режим портрета, панорама, профессиональный режим. Можете вручную выставить все настройки, фокус, выдержку. Достаточно много здесь возможностей в камере. Камера здесь снимает отлично. Примеры фото, если хотите, посмотрите в моих предыдущих видео. После того, как я назвал 6 причин купить этот смартфон, еще хочу сказать, что лично мне этот смартфон
понравился. За свои деньги, если покупать его со скидкой с Алиэкспресса, то это классный смартфон с отличным набором характеристик. Соотношение цена-качество в этом смартфоне максимальное. Всем рекомендую этот смартфон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Смартфон классный, рекомендую к покупке. Всем пока!